Маш, я тебя жду возле первого отделения. Я тебе сказала, что я подъеду, Маш. Я ж тебе что, зря звоню, что ли? Давай, бегом, я возле первого отделения. Ну, конечно, расслабила. Угу. Ну, понятно, да. Я ж тебе не зря звоню, да что ты трубку не берешь? Ну, плохо. Давай. Лир, Лир, я прям собой не владею. Ты же сказала персона. Я не закрывай. Я же тебе сказала, я буду подъезжать. Пять минут прошло, тебя нет, я поехала. Но я же не могу стоять на проезжей части возле второго. Я поняла. Я что-то, ты знаешь, я даже это оделась с трудом. Мне что-то как ударило. Да. А это бывает, да? Ну конечно, он же это. Во-первых, он уезжает, если у тебя ЧСС редко, поэтому много не колю никогда. Все там, о, еще, да хрена ли еще, блин. У меня еще такого никогда не было. Ты чувствуешь речь? Да. Я ничего не могу сделать. Чувствую. Капец. Я прям в сапог, что в дом попал? Нет, просто такого не дает. А пульс у тебя сколько, посчитай сейчас? Я поэтому как ты это не ожидала. Посчитай, сколько пульс. Хотя он так сказал, что там был. Да хрен с ним? Что я теперь уже наш хрен с ним? Вообще, во время приема. Конечно.
важно, но что-нибудь перекусить тоже важно. У тебя глюкоза падает. Как ты вообще работаешь? Не, я пришла, я поела. Слушай, я если пожру, я вообще работаю. Не, мне же не да. В какой-то момент хочется, прям сладко. А потом, понимаешь, а потом у тебя резерв-то прошел, ну, тебе вроде как и не хочется. А иногда прям так раз такие пациенты интересные. Ну, у меня-то нет ничего с собой, я тебе дала. Да не, мне нормально. Вот только. Ой, а у меня такое было, такой капец. Когда я ходила к травматологу Григорию, и он, когда у меня пяточная шпора прям была такая в острой стадии, я вообще наступать не могла. Я говорю, а что делать там? Он говорит, ну вот можно блокаду сделать. Я говорю, как? Он говорит, в пятку. Нет, это не в мою. В общем, весной это было. И он мне как засандалил, знаешь, такой шприц 20 миллилитров. Да. Мама дорогая. Я отошла от больницы, знаешь, где-то там в районе Пятерочки, на улице Кирова. Идти не могу, говорить не могу, стоять не могу. Пипец. Я, значит, звоню Диме, я говорю, Дима, забери меня, я не могу идти. Мне прям будто бы сюда прям в сторону ломусь. Какой-то я забыл препарат делал. Потом я приехал. Да. Сегодня ты не пьешь, завтра начинаешь. Ну, они же, ты понимаешь, тесты показывают.